Вот наступает сныть на участок. Такая нехорошая штука. Вот такая вот трава. Как я высокую кашу? Я просто вот так приподнимаю пол травы на задних колесах, включая задний привод, кашу. Потом надо будет в ноль. Опустил уже, по стерне прошелся. Привод задних колес. Кочки, кочки, и она проскальзывает. Колеса задние приходится немножко приподнимать, одной рукой неудобно. Ну вот метр прокосил возле забора своего. Достаточно. Правда. Правда сказал, извиняюсь. Пока она не вошла в рост, надо ее сейчас подкосить. Первый раз пройду там, пока светло, но уже комарики покусывают. Вот сейчас и выкосим все это. Всем добра.